Всем привет, друзья! С вами Руди, канал Кексович. И я хочу снова рассказать о бесплатных лимитках, которые мы можем с вами получить в наш Roblox инвентарь. И сегодняшние некоторые лимитки будет очень просто получить, главное, чтобы они были в наличии. Поэтому перед тем, как получать лимитки, обязательно заходите на их страницу и смотрите, сколько осталось. Точнее, сколько разобрали. После небольшой рекламы продолжим. Пристань Робуксов, сайт, где робуксы всегда в наличии на сайте, а курс ну очень выгодный. Прямо сейчас, покупая методом трансфер по цене 1 рубль 2 робукса, ты получишь их всего за 5 дней. А также, кто не знал, у robuxpeer.io есть свой телеграм-канал, где они постоянно устраивают розыгрыши на бесплатные робуксы для своих подписчиков. И будьте осторожны, ведь сейчас в интернете много мошенников. Именно поэтому переходите на сайт robuxpeer.io робуксов и на их телеграм-канал только по моим ссылкам, закрепленным комментарии. Покупайте выгодно и безопасно только с ними. Итак, сразу хочу рассказать об этих бесплатных волосах. Я о них написала уже в сообществе, но мало ли, вдруг бы я не успела выпустить видео. Копий всего 10 тысяч штук. Вот тут смотрите, сколько разобрали. Еще есть наличие. Получать их будем в Томми Плей, модное шоу. Сразу предупреждаю, что эта карта может у многих глючить, багаться. Короче, она иногда бывает очень бесячей. Итак, смотрим справа. Чтобы получить эти волосы, нам нужно достигнуть 50 уровня. А чтобы достигнуть этого самого уровня, друзья, нам нужно с вами выполнять ежедневные и еженедельные задания, а именно играть в игры. Наверху справа есть маленький значок, посмотрите, давайте нажмем и посмотрим, вот у нас ежедневные задания. Вон сыграет две замороженные игры, и в общем все эти игры тут есть, по названиям вы их найдете. И вот еженедельные. Здесь вообще нужно сыграть 12 мини-игр и пробыть в игре 30 минут. Четвертая кнопочка, посмотрите, тут у нас шкала и проценты, сколько мне осталось до 50 уровня. Ну а здесь написан остаток этих волос в наличии. Вот тут еще внизу кнопочка, смотрите, слева, играть. Те же самые задания здесь можно найти. Здесь нажимаете мод, здесь есть мини-игры, которые нам нужны. Выбирайте и идете играть. Ребят, я особо подробно все не рассказываю, я так в общем-то расскажу, чтобы успеть выложить это видео, пока волосы не закончились. Либо еще нужные гонки у нас есть тут на спавне, вот мы тут выбираем любую и идем играть. Следующая лимитка — это вот такой рюкзак Академии Единорогов. Всего копий 20 тысяч, он уже доступен и можно бежать получать. Вот здесь обратите внимание, сколько уже забрали. Получать будем в этом плейсе, я думаю, он вам знаком. И сделать это будет несложно, особенно если у вас есть друзья. Давайте подойдем к этому рюкзачку. Нам пишут, идите в портал. Так что заходим в этот остров Академии Единорогов. И тут нам дадут задание. Подбегаем к этому рюкзачку, и нам тут дают задание. Нам нужно выполнить 5 нужд в роли опекуна. Потом надо, чтобы вы стали малышом и выполнили ваши 5 нужд. И потом нужно, чтобы вы стали ходячим малышом и чтобы выполнили ваши 5 заданий. Ну, то есть не задания, а ваших нужд, хотелок. Так, побежали обратно в наш детский садик. Вот, я думаю, что многие знают, как в это играть, но я давайте кратко расскажу. Я сейчас буду родителем, опекуном. Я беру ребенка и здесь жду, когда он что-нибудь захочет там покушать, искупаться. Вот он захотел покушать, я побежала в кухню брать ему молоко и кормить своего сына. Когда я его покормлю, это будет первое выполненное задание. И вот посмотрите, здесь пишется, сколько заданий я уже выполнила. Вы можете зайти в игру со своими друзьями, либо вообще просто зайти, и тут будет много малышей и родителей. Ну что же, теперь я стала малышом, и теперь за мной должны ухаживать, выполнить 5 моих нужд. Все, выполнили. Кстати, чтобы переродиться в малыша или в родителя, нажимаете на эту кнопочку сверху слева, и вот здесь выбираете, кем вы будете. Я выбираю сейчас ребенок, начавший ходить. Это мое третье задание, точнее, это там, правда, второе. И за мной также мой батя ухаживает. Ждет команды, когда я что-то захочу, чтобы их потом выполнить 5 штук. Ну что же, мы все задания выполнили, посмотрите. Теперь я просто нажимаю на кнопочку UGC вот тут, и мне, смотрите, предлагают забрать этот самый рюкзак. Так что, друзья, заходите, пока они еще в наличии. Ну что же, друзья, а следующую лимитку мы можем получить вот в этом ивенте Суперкампус. Мы тут уже получали лимиточки. Сейчас у нас есть возможность получить либо вот таких вот малышей себе на плечо от ютуберов Крю, либо вот такого пупса Крикрафта тоже себе на плечо. Это будет битва двух ютуб каналов, и нам тут предлагают выбрать, за какую команду мы будем играть. Если вы выбираете команду Крикрафта, то вы претендуете на его лимитку. Если вы выбираете команду Крю, то вы претендуете на их лимитку. Команде, которая займет первое место, им будет доступно 10 тысяч лимиток, а команда, которая займет второе место, им будет доступно 5 тысяч лимиток. Ну, допустим, я выбираю Крикрафта. Все, теперь я должна сделать все, чтобы наша команда победила, ведь тогда у меня больше вероятности забрать эту лимитку. И если я буду в топ 10 тысяч людей, то мне дадут эту лимитку. Это если Крикрафт займет первое место. А если он займет второе, то я должна буду оказаться в топе 5 тысяч человек, чтобы мне дали лимитку. Ну, надеюсь, все понятно. Смотрите, друзья, тут
уже есть таблица и написано, у кого сколько уже очков. Но пока по очкам Крикрафт выигрывает. Правда, этот ивент начался только вчера вечером, поэтому еще все может измениться. Заканчивается он 26 сентября, поэтому Крю еще могут догнать его и перегнать, поэтому не знаю. Что же мне нужно сделать, чтобы моя команда выиграла? А мне нужно играть в мини-игры. Вот тут, кстати, можно видеть, что я ни на каком месте, и у меня нет очков, потому что все мои очки обнулились. И, кстати, друзья, кто смотрел мое видео, как получить оранжевую панаму, кто играл в мини-игры, чтобы получить панаму, ваше время пришло ее забирать. Напомню, вы должны были оказаться в топе 15 тысяч человек. И если вы оказались в этом топе, у вас появится вот такой значок справа, когда вы зайдете в игру, и вы просто нажимаете и забираете эту панаму. У меня было очков, ребят, наверное, 1700, и я была на 2000 месте. И я практически не заходила в эту игру и не играла, ребятки. Я очень просто ее получила. Я, наверное, всего за неделю два раза заходила в эту игру и все вместе поиграла там по полчасику. И вот так вот просто получила эту панаму. Поэтому, чтобы получить вот эти лимиточки, мне кажется, тоже будет это очень просто. Итак, мои очки обнулились, посмотрите, я ни на каком месте и никаких очков у меня нету. Сейчас открываем вот этот значок слева, и вот здесь у нас есть три мини-игры, которые мы можем играть и зарабатывать тем самым очки. Здесь просто нажимаете зеленую кнопочку Go и переноситесь на карты. И в каждой такой карте у нас стоят два чудика, которые нам дают мини-игры. Просто нажимаете на них, и мини-игра начинается. Мини-игры несложные, вы справитесь. После окончания мини-игры нам дают очки, мозги и монеты. Можно нажать зеленую кнопку и продолжить играть, либо пойти в другую мини-игру. Я один раз сыграла, давайте посмотрим, сколько у меня очков. У меня 30 очков, и я на 599 месте. Поэтому, ребятки, нужно хотя бы быть на, наверное, на 2000 месте. Ну или, в принципе, заходить в эту игру иногда и смотреть, на каком вы месте сейчас. Чтобы быть хотя бы в числе 15 тысяч человек. Ну или 5000. Напоминаю, что этот ивент заканчивается 26 сентября. То есть 26 сентября будут итоги и будут смотреть, на каком вы месте. Так, если что, будут вопросы, панаму это уже нельзя получить. Что ж, друзья, я желаю вам удачки в получении лимиток. А с вами была Руди, канал Кексович. Всем удачи, всем пока-пока.